На закрытом кладбище Бадалык продолжают хоронить людей за дополнительную плату. Как нам стало известно, участки продаются, причем по внушительной стоимости, по 150 тысяч рублей. Для сравнения, до закрытия земля под могилы там предоставлялась бесплатно. Судя по вывеске, занимается продажей фирма «Ритуал Сервис», который принадлежит 70% рынка ритуальных услуг. Предложение, очевидно, пользуется спросом, на участке множество свежих могил. А по телефону менеджеры фирмы объясняют, свободных мест осталось мало. Плановые сектора, то есть новые захоронения, там не ведутся. Остались только коммерческие. Фирма купила себе облагородило и продают. А таких мест много, да? Да нет, я бы не сказала, там 50, может, осталось. Только при наличии медицинского заключения о смерти продается. То есть срок, скажем так, они не продаются, к сожалению. При этом участок «Ритуал-сервис» получил от управления дорог и благоустройства безвозмездно. Об этом заявили сегодня сами чиновники. Еще в 2013 году компания обратилась в мэрию с просьбой предоставить землю для благоустроенных захоронений, ссылаясь на постановление администрации. Площадь участка 1 гектар. Каким образом и за сколько частник решает реализовать землю, уже не в ведении чиновников. Главное, чтобы бизнесмен участок привел в порядок. Также в управлении дорог пояснили, что заявиться с такой просьбой могла любая ритуальная фирма, но больше желающих не нашлось. В 2013 году по представленному заявлению был предоставлен участок по Ритуал Сервис для благоустройства мест захоронений в виде бетонных ячеек. То есть, пройдя благоустройство этого участка, были изготовлены ячейки бетонные для последующего возмездной передачи лицам. Процент захоронений на благоустроенных местах значительно меньше, он составляет около 3% от общего количества захоронений на кладбищах, то получается, плановые места были захоронены все, а остались благоустроенные.